Я его снимаю. Желаю всем счастья. Я думаю, что мы начнем нашу лекцию. Итак, сегодня... Почучи мову лекцію, зараз говоримо об батьківськими відносинах. Тема доволі об'ємна. У стварі тема є доста обширна, велика. Її охватити за одну лекцію. Яко тежко ню за одну лекцію ухватити цілу. Тим не менше, придеться це зробити. Без обзира на то, морачимо то направити. Сажити ту тему. Почнемо з самого початку. Со вступления. Почнем от початка, от улаза. Самое главное, что следует понять, это... Увода, не улаза. То, что сами отношения вытекают из строения. Яко важно схватить, да сами обительские односы произлазы. Тело. Из конструкции тела. Тонкого и грубого тела. Субтилнок и грубок. Согласно ведам, существует тонкое тело. У складу со ведома постоит субтилно тело. Человека. Человека. Допустим, мы можем понять, что собака, она не может мяукать. Рецимо, мы можем схватить, да пас не может мяучить. Потому что таково строение ее тела. Зато пас има одреджено тело. Но нам очень трудно понять, что строение тела... Але нам яко тежко схватить, да конструкция тела... Человека. Человека. Мужчина и женщина отличаются. Мужкарацы и жены якусы разликой между собой. Едно друго. Это непонимание, оно очень глубокое. То неразумевание яко дубоко. Глубокое невежество. Яко дубоко незнание. И поэтому мы требуем друг от друга больше. И зато мы тражим один от друг выше, чем требует, чем должно быть. Него, что треба бить. Или не понимаем, как бы, что нужно требовать. Или не можем схватить, что требуемо тражить от другой особи. Оказывается, строение женского тонкого тела. Испада, да, конструкция женского субтильного тела. У женщины. И тонкого тела у мужчины. И субтильного тела мужкарца. Корни отличаются друг от друга. У корень усы разлику, един от другого. Они не просто отличаются, они в корне. Они не само разликуются, него они у корень усы разлику. Отличаются друг от друга. Един от другого. Можно так сказать, что... Мужчина – это один вид жизни. Можемо так уречить, да мужкарец – то и одна верста живота. Женщина – другой. А жена – то и друга верста живота. Это так, в шутку можно сказать. То шалево можемо речь. Вот, почему? Потому что на самом деле оказывается… За что? За то у ствари. Качество характера у мужчины. Квалитеты характера кон мужкарца. Мужчины и у женщины. Одно и то же качество характера. Едно те исто квалитета характера. Проявляется совершенно по-разному. Проявляются на скрозь различные начины. И в этом заключается большая тайна. У томе се налази велика тайна. Например, муж пьет в семье. Например, кад муж пие у обители. Жена не понимает, в чем ее вина. Жена не может схватить, у чему е незина кривня. Включать, что она сделала плохого. Она не может разуметь, что она учинила лоше. То есть желание выпивать или отсутствие чувствовать счастье. То есть желя пити или отсутность осечая сречи. Отсутствие возможности чувствовать счастье. Отсутность могучности осечать сречу. Тера мушкарца да пие. Оно напрямую связано с другим, с таким же точно качеством характера. Та квалитета характера, та цирта характера изравно везана со другом циртом характера. Которая проявляется по-другому в женском теле. Кое се проявляет другаче в женском телу. Это проявление называется сухостью. Та проява в женском телу се зове сухость. Нежеланием отдавать свою любовь. Не желя давать свою любовь. Таким образом, женщина, которая имеет сухость в своем сердце. На таком начин жена, кое има сухость в своем сердце, не желя давать свою любовь. Она получает по карме. Она добива по своей карме. Мужа. Мужа. Женщина очень сильно страдает от того, что... Мужа, кое пие. Жена яко мощно пати. Ее муж пьет. Зато незин муж пие. Она не знает того, что... Она получила... Она не разумеет и не знает то, что она добила... Это страдание по закону кармы. По закону кармы ту патню. И она 100%
страждає тільки за свої собственні недостатки. І вона 100% пати саме збок своїх особних недостатків. Однако же это не значит, что этот человек, который доставляет ей... Але то наравно не значит, да особа, коя ньой доносите ту патню... Это страдание, он очень хороший человек. Да та особа яко добра, яко добра. Я не так не сказал. Я то не сам реко. Просто он выполняет волю судьбы. Єдноставно, та особа исполняла волю судьбины. Согласно ведическому знанию, это то, у складу советским знанием, не то, что я придумал, то не оно, что сам я измислил, то, что написано в Ведах, него то оно, что написано в Ведама. Механизм достижения вот этих страданий происходит. Механизм достижения тих патня следующим образом. Дышался на овой начин. В данном случае есть два типа. В овом случае. Привязанности между людей. Постою дві версти везаності измежу людью. Людьми. Это привязанность со знаком минус. То везаність со знаком минус. И привязанность со знаком плюс. И везаність со знаком плюс. Сильная привязанность со знаком минус или со знаком плюс рождает. Яка везена со знаком мінус і со знаком плюс? Раджа. То, що в следующей жизни эти люди чаще всего опять вместе. Да, у следующем животу чаще всего ові люди чи бить заодно. Остаются вместе. Остаю заодно. Таким образом, если женщина сильно ненавидит своего мужа. На таком начин, ако жена яко мирзи свого мужа. За то, что он пьет. За то, что он пьет. В следующей жизни, так как она привязана к этому мужчине. В следующем животу, пошто она везена за тог мужкарцем. И думает постоянно о нем с ним. И ставно мисли о нему. Навести. Ставно мирзига. Привязана. Тонко она везена с мирзнем прямо нему. Тело ума — это тело желаний. А субтильно тело ума — то тело желя. У нее желания формируются. То есть незина желя се формира. По отношению к этому телу. У односу прямо том телу мужа. К которому она привязана с ненавистью. К тому телу она свяжет с мирзнем, к телу мужа. В результате следующей жизни она попадает в похожий тип тела. Как результат, в следующем животе она добива сличен тип тела. Мужчины. Мужкарца. Который будет пить. Коче пити. А мужчина привязан с ненавистью к своей жене. А мужкарец везен с мирзнем прямо своей жене. Попадает тип женщины. Он добива тело жены. Которая будет страдать от того, что ее муж. Коче патить за то, ир незин муж пьет. Пьет в следующей жизни. В следующем животу. Таким образом, как бы следует знать, что есть три вида кармы, как мы уже говорили. На таком начин мораму знать, да постоют три версты кармы, как мы уже говорили. Есть легкая карма. Карма постоит лагана карма. Случайных отношений. Карма случайных односов. То есть в автобусе там на ногу. То есть у автобуса на нетку стал на ногу нам. И так далее. Или так а далее. Есть средние тяжести карма. Постоит средняя тяжкочи карма. Карма производственных отношений. То есть карма посланных одно. И самая тяжелая карма — это карма семейных. И найтеже карма — то и карма обительских отношений. Поэтому семейные отношения исправить тяжелее всего. Зато обительские отношения поправят найтеже от всего. Легкая карма исправляется за несколько минут. Лагана карма се може исправить за несколько минут. Средней тяжести карма. Средняя тяжкочи карма исправляется за несколько месяцев. За несколько месяцев. И семейную карму можно исправить только если ее исправлять год или два. Обительскую карму можете исправить, ако читирает на томе годину или две. Стараться изменить. Ако чите трудитесь, баш. Понимаете? Разумеется. Самое интересное заключается в том, что разорвав отношения с человеком, Найзанимливее се налази у томе, да ако чете прикинут односы со особом, который несет страдания, кой вама носи патню, плохая семейная карма на этом не заканчивается. Лоша убительская карма на томе нече се завершити. Страдания будут продолжаться. Патня че се наставлят. Но только источник страданий поменяется. Але извор патни че се промените. Так говорят веды. То кажу веды. Однако же, если семейная карма плохая заканчивается, то... Але аку обительская карма лоша завершалася. Человек, не желая того, судьба разрывает его с тем человеком. Он да человек, чак яко не желе то, судьби на него отделява от те особи, с коим он имал ту лошу карму. Который должен приносить страдания. Если... С тем человеком, кой доносу нему патни. Он сам не хочет поменяться. Чак яко та особа не желе сама се промените.
Понимаете, таким образом нет выбора, надо постоянно немати избора, треба пытаться выполнять свой долг. Стално покушавати исполнять свой долг перед близкими людьми. Перед ближним людям. Понимая, что это твоя карма. Разумеючи, да, то твоя карма. Ты никуда не денешься от этого. И не можешь нигде побіч от того. Это очень трудно понять и поверить. Ми то яко можемо тежко схватити. Вірити в це теж дуже трудно. І вірувати в то істо яко теж. Ну, тому що больно в це повірити. Зато нас болить, коли то покушаємо радити. Ну, так или иначе приходиться в це вірити. Але так или иначе ми можемо ово наперед вірувати в то і діловати у складу. Іначе ще хуже буде. Єл, ако нечете то прихватити, то наче бити уж горе стане, ніж що сада. Потому что, особенно, как вы думаете, для кого очень плохо? Зато, особенно, как вы мислите, за кого и яко лоше? Расставаться. Для женщины, для мужчины? За кого и яко лоше растат от своего партнера? За жену? Пуно горе, за жену или за мужкарца? Для обоих, правильно, молодцы. За оба двое. Итак, существует женская карма. Женское тело. Так, упостая женская карма. Предназначено для того, чтобы отрабатывать карму. Женское тело намерено за то, дабы отрадило карму. Женщина страдает больше, чем мужчина. Жены увек пати више, него мужкарцы. Женщина отрабатывает карму. В женском теле душа отраджує карму. А ее страдания таковы, что она вообще не может избавиться от них. Они... Незина патня таква, да она вообще не может срешить те патни. Как прижимают ее к стенке. Он и ню кауда притыщу к зиду. Мужчина может как-то увиливать. Мужкарец может успеть неко извернутися. Может там куда-то деваться от них. Женщине деться некуда. Жена нема где сосакрить. Она как бы прижата в жизни к стенке. Жена увек то притисне к зиду. Она не может бросить детей. Она не может оставить детство. Мужчина может бросить. Мужкарец может оставить. Детей на жену. Женщина может не может, жену. Она очень привязана к близким людям. Она не... Жена не может свое напустить, она як увязана за близкие особи. Не может никого бросить. Ей приходится... Она не может никого оставить. Так, так. Мужчина... И она присилена патить. Меньше страдает. Мужкарцы менее патят. Больше деградируют. Але више деградирует. То есть мужчина накапливает плохую карму. То есть мужкарец створа лошу карму. Женщина отрабатывает ее. Жена удраджует ту карму. Если мужчина сильно накапливает плохую карму. Ако мужкарец яко пуно скуплю лоши карму. В следующей жизни он рождается женщиной, чтобы... В следующем животе он се раджа в женском теле, дабы ню удрадю. Понимаете идею? Разумеете идею? Если человек, если мужчина разводится... Ако мужкарець розтане по його желанню розводу. Прямо свою желі, то негова желя розводу била. Сам до заустає. Это значит, что он накапливает плохую карму. В этой жизни возможно. Это значит, да он створа лошу карму, скупля лошу карму. Но он не будет сильно страдать. Но в следующей жизни он будет... В ом животу, может, да он и нече пуно патит, а в следующем животе... Страдать сильно. Он че яко патит. Женщина, которая разводится, уже страдать будет прямо сейчас. Жена, кое растается в ом животу, она че патит отмах сада. В этой жизни. Ей будет тяжелее. После... Не очень бит пуно теже. До развода. Након раста. Прямо сейчас. Но она отработает прямо сейчас. Але она че отрадить ту свою лошу карму отмах сада. Карму. И возможно потом ее уже не будет этой плохой кармы. И могуче, может, после, в следующем животе више нече имати последствия те кармы. Понимаете эту идею? Разумеете. Значит, все сводится к тому, что семья, семейная жизнь – это очень опасная штука. Све долази к тому, да обительские односы и обительский живот – яко опасна ствар. И человек, который это понимает, он должен понять... И человек, который схвача, он может разуметь следующее. Что нужно изучать, как правильно жить в семье. Да можете яко-яко паживо научить, как исправно треба делать обители. Не семинар на эту тему состоит? Я имам целый семинар на ту тему, который состоит... 6 лекций. От 6 лекций я имам.
Сьогодні тільки одна лекція. Данас чи ти чув саме одну лекцію? І обширно. Із всіх тих шести сажити в єдну. Должны все прослушать этот семинар. І ви можете всіх тих шесть лекцій прослушати. Да, если вы интересуетесь серьезно. А у вас озбільно занима ова тема. Рижські лекції у нас є на CD-дисках. Іма Рижки із Риги, града Риги, лекції, я имам їх. Ова, у том граду сам читав та семинар. Это очень сейчас на CD-у. Ефективный способ получения информации. На CD-у яко-яко ефективен начин добивання інформації. Хто з вас не знає, що це таке? Кого з вас не знає? MP3 формація на диск. MP3. Должны знать, что существует такая система, которая позволяет уже с компьютера взять информацию в плеер, в CD-плеер. Это недорого сейчас уже стоит. То не скупо. Также этот CD-диск можно приставить к компьютеру, в компьютер вставить магнит, обычный с кассетным магнитофоном, переписать на кассету, это займет всего 2 часа. Таким образом, эта система очень удобна, она будет самой популярной. У нас есть такие CD-диски, можете использовать это. Вот. И следует понять, что знание о том, что такое семейные отношения... Можемо схватить до знания о том, что су обительские отношения. Это самое большое как бы достояние семьи. То есть наивече благо обители, наивече благо. Как правильно строить свои отношения? Как утрямо исправно градить свой отношение? Веды говорят, самое главное в этом знании, это знание о том, как тонкое... Веды кажут, наиважнее в том знании, то есть знание о том... Тонкое тело женщины и тонкое тело мужчины... Как у субтильного тела жены и субтильного тела мужкарца... Сопоставляются друг с другом. Как заедно стаю, онак, составляются едно с другом. Это сопоставление... дает полную взаимозависимость. То составление, да, дает подпону взаимозависимость. И взаимозаменяемость. И замените взаимно. Это значит, что отношения, что обязанности мужчины и женщины абсолютно не пересекаются. То значит, да, обязанности мужчины и жены абсолютно не пресечуся, значит, не суисты. Не совпадают. Не поклапаются. И ведами определены обязанности мужчины. И ведами определены точно обязанности мужчины. Женщины. И обязанности жены. Сейчас в Америке не так давно возникло движение независимости или эмансипации. Сада у Америки не только давно никнул покрыт неовисности жены, эмансипации женщин. То есть это движение во своей основе, оно имело такое утверждение, что... Тай покрыт у своей основы имел таковую изъяву. Женщины унижены в жизни. Унижены. Да, су жены яко-яко понижены в своем животе. Да, имеется в виду, что они отрабатывают карму. Да, мы ту подразумеваем, да они отраджуют свою карму. Как определено женским телом. То так отраджено ведь женским самим телом тим. А женщины унижены, поэтому женщины должны иметь больше права. Жены су понижены, и зато они могут иметь больше права. То есть они должны иметь больше прав в том плане, что... И как это, вот в чем выражается эта идея больше? То есть у чему се изражала та идея, да они треба иметь больше права? Да. Выражается в том, что они должны больше гулять. То се изражала в том, да они треба ичь больше вани. От мужа так же, как муж. От мужа негде, на страну. Мы должны больше работать. Они треба больше радить. Они должны... и так далее. То есть они имеют право то, имеют право все. И что? То есть они на све имеют право. В результате. И что на краю мы добили? Женщина и пострадала. Жена на краю и пати еще выше. Вот сейчас смотрите, сейчас что такое гражданский брак? Поглядите, что значит гражданский брак? Ел има та израз? Гражданский брак. Гражданский брак это вроде бы
как бы дается возможность очень большие права людям. Гражданский брак по изгляду дается как великое обширное право людям. Да, возможность так, как бы жить, не расписываться. Могучность жить заодно без тих официальных оных подписей. Очень удобно, да? Як удобно. На переполку. Хто страждає від такого браку? Але тко пати након такого брака. Ніхто не думає об этом, хто страждає? Нітко не розмішляє о том, тко пати. Страждає жінка? Пати жінка. Тому що гражданський брак мужчину нічим не обов'язує. Зато і гражданський брак мужкарця взагалі нічим не обов'язує. Якщо він уходить, жінка залишається з дитиною. А коли він одлазить мужкарець, то жінка залишається з дітьми. Вона починає страждати. Вона починає пати. Тому що їй треба себе содержати, свого дитину, а жінське тіло... Зато і вона треба содержати і себе, і свого дітей. Предназначено для того, щоб... А женское тело не намерено за то, очень много работать, дабы пуно радило, деньги добывать, и новцы зараджило. Это значит совсем для других целей. Женское тело намерено за скрозь другие цели. В результате женщина испытывает огромные трудности. В результате жена в той ситуации осечает великие тяжкочи. Таким образом, гражданский брак – это не достижение человечества. На таков начин гражданский брак – то не постигнуче велику человечанству. Понимаете? И таких Разумеете? Вещей очень много. И таких ствари яко пуно. Которые уничтожают права женщины. Кое уничтожают права жены. Заставляют ее страдать еще больше. И терают, да она пати еще выше. Поэтому существуют обязанности. Зато постою обовязи. Существуют обязанности, которые человек, женщина, выполняет эти обязанности. Кое, рецимо, жена, когда исполняет обязанности. Она достигает возможности иметь права. Она достижет могучность, да има право. Согласно ведическому знанию. В складу советским знанием. В семье человек сам может изменить все отношения, все. У обители человек сам может применить все односы. То, что существует плохого в семье. Все, что постоит лошу в обители. Плохие отношения, плохие лоши финансы, односы, лоша финансовая ситуация, сложение совместимости. Как сто каже, когда один пашет другому? Совместимость. Компатибильность. Плохое воспитание детей. Лоши отгои детей. Болезни. Болести. Плохая судьба. Лоша все судьба. Это человек может изменить сам в семье. Все то человек может сам променять у своего обители. Не требуя участия в этом. А без того, да нетко участвуют томе. Близких людей. А да участвуют томе близкие люди. Потому что все это дается ему в результате его собственной плохой кармы. Зато все, что он добил в том тренутку, то и результат неговой лоши кармы. Если он начинает по ним пытаться изучать, как правильно ему жить, и начинает... Ако он покушава и проучавати, как он треба исправно жить. Начинает работать над пониманием своих обязанностей. И починя радить над разумеванием своих обовязей. В результате этого он достигает возможности изменять свою жизнь. Как результат того, он достигает могучности менять свой живот. Не третируя своих родственников. Без того, да мучить свою ближнюю люди. Теперь. Люди, Задан. Которые не обладают знанием о том, люди, кое не имеют знания, как правильно поступать, как треба исправно себя понашать, чаще всего делают прямо противоположные. Чаще от всего ради супротно, абсолютно супротно. Они пытаются изменить своих родственников. Они покушают променять своих роджака. И согласно ведическому знанию. И в складу советским знанием. Это идея сама. Сама та идея. И такие поступки. И так во дело. Еще больше усугубляют. Еще выше поячавают ту ситуацию тяжкую. Проблемы. Те проблемы. Семейных отношений. Что появляются проблемы в битевском отношении. Ведет к полной деградации этих отношений. И то водит к подполной деградации этих отношений. То есть, если я постоянно указываю на недостатки своих близких людей. То есть, ако я стально показываю на недостатки своих ближних людей. В результате. Получается то, что семейная жизнь будет уничтожена. Как результат, чите добит то, что подпуно часу уничтит ваш обительский живот. Поднимите руку, кто из вас это уже понял. Дигните руку, он это кто веч схватил. Меньше половины. Мане от половицы у двора. Вот теперь из тех, кто понял, поднимите руку, кто понял, но продолжает делать то же самое. Сада, от оних, кои су схватили то,
Дигніть руку вони, які схватили, але наставляють робити по старому образцю. Вот эти люди, которые подняли сейчас руку, очень разумные. Ові люди, які дигли сада руку, су яко разумні. Потому что это первая стадия изменения семейных отношений. Зато то, что они то признали, то первая стадия промены обительских отношений. В лучшую сторону. Подняла руку? На более. Всего 5 человек. Дигло руку само 5 людей. У 500, двора на 500 людей. Эти люди очень разумные. Те люди су яко разумні. Они поняли, как надо менять семейные отношения. Вони су схватили, како треба міняти обітельські відносини. Первая стадия изменения семейных отношений. Перві стадії проміни обітельських відносин. Заключается в том, что налазиться у тому. Человек понял, что да чоловік схватив, да. Он не должен обвинять своих близких. Он не треба кривити своє ближнє. Что он должен работать над собой. Него он треба работать над собой. Но он продолжает еще обвинять своих близких. Але он наставляє ж кривити своє ближнє. И он ничего не может с этим сделать. І он ничто не може направити з тим. Это первая стадия. Это первая стадия. Это значит, что этот человек идет на правильном пути, стоит на правильном. Это значит, да, тот человек идет на правый путь, крече правильным пути. Те же люди, которые считают, что их семья это исключение. Они люди, кои мислят, да, нихова обитель то изузеток. Законы могут быть любые, но. Законы могут быть разные. Мой случай исключение. Але мой случай то изузеток. Именно в моем случае. Баш у моем случае. Мой близкий человек действительно. Моя ближняя особа ствар. Прав. Мне управо. Дигните руки. Дигните руку, кто так считает. Кто так мислит? Один человек. Одна особа. Искренне. Человек. Искрена особа. На самом деле я знаю, что так считает примерно 40% всех. У ствари я знам, да саду ове дворане 40% от вас. Я в этом зале. Так умисли. Но все почему-то боятся. Само сви боясь, не знам зашто. Поднять не сказать, признаться себе. Признать, боясь признаться. Эта позиция ущербна. Та позиция так умислит и яко лоша. И она приводит полностью к уничтожению семьи. Она доводит томе, да се обитель тотально распадне. Никаких шансов оставить. И никаких шансов, да буду обитель. Никаких шансов. Никак. Это позиция ущербна. Итак, согласно ведическому знанию, проблема, самая основная проблема в семье. У складу с ведским знанием основная проблема в обительных отношениях. Обительских отношений. Это незнание своих обязанностей. То есть незнание своих обязанностей. Незнание своих обязанностей. Как ни странно, многие люди считают, что обязанности в семье они как бы создают сами люди, которые живут в семье. Чудно то, что многие люди мислят, да они, то есть я сам, они сами створяют те обовязи, которые требуют завершать. Решают, что должна делать женщина. То есть я сама решаю и удлучиваю, что чу я рады. Что должен делать мужчина. Что треба радить жена, что треба радить мужкарец. И в результате этого происходят большие проблемы. Как результат того, долазит до великих проблем. Кто обязан совершить первое усилие по сохранению семьи. Тко обязан направить потрудиться первый, дабы се обитель сочувала. Муж или жена? Мужкарец или жена? Муж или жена? Муж или жена? Жена. 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 Оказывается, что Испада, мужчина да. отвечает за внешнюю жизнь. Мужкарец отговора за ваньский дио живота обительского. За ее достаток. За ее за незин экономское стане. За отношения в обществе. За односы в дружбе. За то, как будут жить дети. За оно, как уче живет деца. В семье, как они будут воспитаны. Как уче соны отгаяты. За то, как семья прогрессирует в духовной жизни. За то, как уче обитель прогрессирует в духовном животе. За то отвечает муж. За то отговара муж. Жена отвечает за внутреннюю жизнь. А жена отговара за внутренний живот в обители. Если женщина это не понимает, то никаких жена то не разумее, шансов у ней иметь счастливую семью. Никаких шансов иметь сретен обительский живот. Жизнь нет. Она не чи имат.
Потому что существует у женском теле существует преимущество одно. Ум женщины. У женском теле просто одна предность. Женщины, чувство женщины в 6 раз сильнее. Усетила жены у 6 пута суячи. Ум и чувство женщины в 6. Ум и усетила жены 6 пута. 6 раз сильнее мужских. Мощнее мужских. Поэтому женщина создает атмосферу в семье. Зато жена створяет атмосферу в обители. Которая действует по всем направлениям. Кое делаю у своим смеровима. Например, если жена не уважает своего мужа. Например, ако жена не поштует своего мужа. То мужа не уважают у него на работе. Он да мужа нече поштивать ни на послу. Люди окружающие. Люди око него. Потому что она создает психическую атмосферу. Зато она створяет психическую атмосферу. Около своего мужа. Своей... Око своего мужа. Психической энергией. Своим своим психическим энергиям она делает на него. Створяет око него тай ауру ту. И существует одна удивительная вещь. И просто яко-яко зачуджуюча ствар. Которая не дает никаких шансов женщине оставить счастливую семейную жизнь. Кое не дает никаких шансов оставить жене, да има сретен обительский живот. Да эта вещь возникает уже с самого начала создания семьи. Та ствар ниче, ведь от самого початка створения обители. Она сидит в уме женщины. И эта вещь, конечно... И та ствар сидит у уму жены, и та ствар... То иное, как чувство другого, того, что мне... Као, что осичай того... Достался не самый лучший вариант. Да сам я добила не наиболее вариант. Ако жена има то уму от самого початка. Когда женщина так считает, что мне достался не самый лучший вариант... Ако жена мисли, да сам я добила не наиболее вариант... Это знание, это ощущение... Изменить очень сложно. То знание и та осечь променять яко-яко тяжко. Женщина имеет стабильную природу. Жена има стабильную природу. Мужчина динамическую. Мужкарец има динамичку природу. Идея женщины по поводу своего мужа меняется с большим трудом. С большим скрипом. Идея жены в связи со своим мужем, идея у него меняется с яко-яко великим тяжкочем. Поэтому женщина, которая считает, что мне не достался не самый лучший вариант, зато жена, которая мыслит, да сам я добила не наиболее вариант, она передает это психическое состояние мужу, она приносит то психическое состояние на мужа и дает ему все основания внутренние психические гулять. И дает ему все психическую основу, да он может тражить на страну, как ич на страну. Приваритыню, варатыню. Отечудню. Если же вы поняли в себе, женщина, если вы поняли в себе... Жены, ако сте ви схватили внутр себе... Идею надо в себе... Таковую идею, ако сте припознали то в себе... Ее победить. Ви треба то победить у себе. И если вы способны ее победить в себе, то вы будете иметь силу влиять на своего мужа. Ако сте ви способны победить ту идею у себе, онда чете добить силу, да утечете на своего мужа. Таким образом, что ему даже если будет хотеться гулять, он на тай начин, да, чак и ако че он хтете варат вас, не сможет. Он нече мочи едностан. Судьба ему не даст такой возможности. Судьбина ему нече дать такой могучности. Ему не будет создаваться условий. Нече быть уветы за то. Нече мочь имать уветы за то. Теперь, почему я поднял эту тему, мы будем говорить... Сад, зашто сам я подигал эту тему, мы чему мало касне о том Боже. Говорить. Дальше, следующий Далее. Момент. Следующий тренуток. Следует понять, в чем заключается самые главные обязанности в семье. Морамо схватить, у чему се налази наиважнее обовязи, наиглавнее обовязи у обители. В чем заключается второстепенный? А у чему е другоразредный? Западная философия и психология предлагает такую концепцию. Западная философия и психология предлагают ваку концепцию, что самые главные обязанности в семье. Да, наиважнее обовязи обители. Это обязанности по поводу половых отношений. То су обовязи везано за сполный живот, за сполные отношения. Она считает, что половые отношения – это главные отношения в семье. Она мысли, западная философия и психология мысли, да,
da i eti odnošenja oni formiraju da spolni odnosi su glavni obitelji smijenu žizn i oni uvjetuju obiteljski život. Jesli oni ne postroju sa samog načela pravilno, ako oni od samog početka nisu ispravni i ne budu podržavati i neće se podržavati, to u rezultati smijenova šćastja ne budu, onda kao rezultat neće biti obiteljski sreće. Эта концепция ущербна. Та концепция яко-яко лоша. Я вам сейчас объясню. Люди, которые считают, что половые отношения – это главное в семейной жизни. Люди, которые мислят, что сполные отношения в обительском животе – это главная ствар. Жизни обречены на неудачу в семейной жизни по всем... Них чека неуспех в обительском животе. Статья. По своим моим путям. Смеровыми, да. Первая статья. Первый дел. Существует 7 видов браков согласно ведам. Постои 7 врста брака у складу со ведама. И из них только 3 или 4 будут успешными. От них само 3 или 4 че бит успешны. Первый вид браков, когда первая врста брака. Люди считают, что главное в семейной жизни это секс. То перва врста брака найниже, кад люди мислят, да основно в обительском животе е секс. Они находят в результате этой концепции, этого понимания счастья. Као результат те концепции разумевания сречи. Семья, эта концепция обители, не меняется всю жизнь уже. Та концепция не меняется целый живот. Человек имеет такую идею в разуме. Человек, кто имеет такую идею у интеллигенции. Он начинает искать своего супруга. Он тражит своего супруга. Или свою супругу где? Или свою супругу где? На дискотеках. На дискотеках. На вечеринках. На всяким забавам. В барах. С целью получить кафичима. Быстрое понимание. Они то ради чини с целью добить брзо схвачение. Насколько секс будет интересным. Колико секс ще бути интересантен и занимлив. С этим человеком. С этим особом. Найдя себе такого человека, кад наджу такву особу, он решает, что надо срочно жениться. Он одлучує, да треба яко хитно се ужените. Жениться. Жениться. Као результат того. Этот тип совместимости находится на уровне самого нижнего центра. Тай тип ускладженности jednog с другим налазися на ниво найнижег центра человека. Копчикова центра и свя... То е овай, как визуете тай центр? Пах. Не, как ви не... Ние, тотално. Не, а как зове се то, онак, здравствено, медицински, не знам. Везан с планетой Марс. Тай център везан с планетом Марсом. Марс. В результате этого такая семья обречена на неудачу с самого начала. Као результат тога, таква обитель... Таква обитель чека неуспех от самого початка. Потому что... Когда есть совместимость, есть у мужчины и женщины существует такое как бы сила внутри. Зато мужчарец и жена имают одну силу внутрь себя. Если какая-то из более высоких планет гармонизирует. Ако некаков от высших планет, от мало высших ниво планета гармонизира. Допустим, самая высшая планета Юпитер. Рецимо, наивзвышение планеты Юпитер. Потом идет Сатурн. Онда Сатурн. Потом идет Меркурий, потом Меркур, Луна, потом Солнце. Онда месяц, месяц, Солнце. Затем идет Венера. Онда Венера. И только затем идет Марс. И онда тек после Марса. Если по Марсу совместимость прошла успешно. Ако по Марсу гармония была успешна. Это значит, что по всем остальным планетам уже совместимости нет. То значит, да, сви остали планеты нису, након тога нису складжени. Потому что, допустим, совместимость по Солнцу означает. Зато, рецимо, гармония по Солнцу значит. Что уважение к этому человеку. Да, поштование прямо той особи. Возникает сила уважения. Появляется сила поштования прямо. Уважение, допустим, к мужчине. Поштование, рецимо, прямо мужчарке. Позволяет женщине вести себя развязно. Не допуста, да жена се понаша распуштена. Она очень стесняется. Она яко-яко срамежливо се понаша. Как мужчарцы. Это означает совместимость по Солнцу. Что значит, да постой гармония по Солнцу. Совместимость по Луне означает,
как бы ускладжено по місяцю, значить ощущение очень умственной близости большой. То є осічає яку великі близості. Дає ощущение дружби, сильно. Осічає приятельство. Дружба возникає ощущение чувства дружбы очень. Осічає приятельство яку мочен появився. И тогда тоже женщина не может из-за дружбы, она и не жена, сбок приятельства, не может себя развязана с этим молодым человеком. С этим молодым человеком. Она отгораживается от него. Она снимала от него, отделяла. Дальше совместим. Держит дистанцию. Совместимость по Меркурию. Далее ускладженность по Меркурию. Чувство, эстетическое чувство. Дает эстетические осечи. Как бы очень сильную эстетическую гармонию. Яко-яко мощную эстетическую гармонию. Женщина очень стесняется. То есть жена яко-яко срамежливо се понашает. Мне кажется, что это как-то некрасиво. В ней се чинит, да некако не лепо. Вести себя таким образом. Понашать се перед овой особой. С мужем, мужчиной с этим. Тако неко не лепо се криво понашать. Совместимость по Сатурну дает. Далее, значит, ускладженность по Сатурну дает. Ощущение, чувство такое, что это очень серьезный человек. Дает осечай, да, друга особа, с коим градимо однос, яко озбильно. Очень умный. Яко памятно. И так глупо рядом с ним нельзя себя вести. И глупо се понашать перед такой особой, то и немогуще, и не пристойно. Допустим, девушка, которая танцует на дискотеке. Рецимо, девушка, которая плеше на дискотеке. И она увидела молодого человека, который... Она, когда видела молодого человека, который с ней сидит. Совместим с ней по Сатурну. Рецимо, который с ним има ускладженность по Сатурну. У ней пропадает желание танцевать перед ним. Она губит одмах желю да плеше перед ним. Она сразу стесняется. Она одмах добила осечай срама. Лица и все, она не может ничего сделать. Она седнет перед него и не может ничего радить. Значит, по Сатурну совместим. То значит, ако то появлюсь, то значит, да имаю гармонию по Сатурну. По Юпитеру совместимость означает общее желание... По Юпитеру ускладжено, значит... Прогрессировать, самосовершенствоваться. Да имаю желю заедно прогрессировать и... Бавитися самоспознанням. Така совместимость дає ощущение сильного. Таква гармонія дає осічай. Це чувство таке, що этот человек, з которым можна достичь своєї цели в житті. Як осічай, да, ова є та баш особа, з коєм я можу постичь найозвішенні ціль свого життя. Жизни і так далі. Возвишене чувство по отношенню. Як узвішене осічай. Воно супрема то особа. Возвишений чоловік, кажеться. Тобто нам се чині, да та особа яко-яко узвішена. Совместимость по Марсу есть, означает, мы можем... Ускладженность по Марсу, ако постоит, онда то значит... Танцевать вместе на дискотеке. Да мы можем заедно плясать на дискотеке. Дискотеки. Мы уже танцуем. Мы веч плешем. Это значит... То значит... Что скоро будет веселая жизнь. Да ускоро че бит веселый живот. Потому что по другим планетам совместимости нет. Зато по другим планетам не постоит... Есть только по Марсу, означает же животные отношения. Дальше. То есть за Марс отговорит, да, то су животинские отношения. Дальше у них идет быстрый секс. Далее идет брзый секс, они се сретну у дискотеки. Потом у них идет медовый месяц. Далее идет медовый месяц, как вы это зовете? Медный месяц. Как? Медный месяц. Медный месяц. Потом у них какой идет месяц? После кой месяц идет? После сахарный. Той? Шечерный. Потом какой? После кой? Соленый. Сланый. Потом кислый. После кислый. Потом горький. После горький. Год. Годы на дана. И потом горькая жизнь. И после идет горький живот. Оказывается, что... Когда люди встречаются таким образом, им нечего друг другу сказать. Испада, да, когда люди се наджу на таков начин, они не имеют что едно другому речь. И нет совместимости. Они вообще не имеют гармонию. Понимание, в чем заключается счастье семейной жизни. Разумевание, в чем се налази среча обительского живота. Надо вырабатывать раньше. Разумевание, то мораму при израдити, изградити. Кем выходить замуж. При него, что чему се оженити.
Или жениться. Человек, который понимает, в чем заключается счастье, он... Человек, который разумеет, в чем он находится среча. Думает, счастье – секс. Он мыслит, да, среча – секс. Значит, на дискотеках надо искать. Он, да, треба тражить у дискотеками. Близкого человека. Близкого особо. Счастье это быть вместе, допустим, вместе зарядку делать. Среча, другая верста среча. Он мыслит, да, рецимо, лепо быть заодно и вежбать заодно. Это совместимость по Венере. То и ускладженность и гармония по Венере. Наслаждаемся вместе. И вместе уживаем заодно. Танцуем. Заодно плещем. Совместимость по Венере. Ускладженность нижний по центр опять. То и нижний центр опять. Почный центр уже. То и пупок. Мы можем вместе танцевать, можем вместе не танцевать. Мы можем заодно плясать, можем не плясать. Сексом заниматься. Разговаривать вместе. Заодно сексом бавить. Это уже сложно будет. А причать заодно вече будет мало теже. Дальше по солнечному сплетению уже более-менее устойчивый брак. Далее, когда постоит гармония по солнечному, он ту дию, то и в сердце, сырчаном дию, то и вече мало стабильнее браки. Бракове, ако постоје ту. Деловых отношений. Ту постоје пословни односи. Называются браки, как ни странно, они стоят выше вот таких дискотечных. Такви бракове, како није чудно, али стоје више него ове дискотечни бракове. Браки, связанные с желанием успеха в бизнесе. Бракове, које везане са успехом у бизнесу. Так далее, с расчетом. Које везане за материјално. Прогрессирование. Вид, о, этот человек мне даст деньги, все. То есть вы видите, о, овой человек, чем мне дат новцы. Они более устойчивы. Так вы браковые более стабильны. По крайней мере, они бизнесом друг с другом. Макар, че они мочь бизнес радить заодно. Но на самом деле счастливый брак... Али, у ствари, сретан брак... Может быть только на уровне сердца. Это может быть само на него сердца. На уровне луны. А значит... То есть на него месяц. Что сначала идет дружба. То значит, да, перво идет приятельство. А потом все остальное. А после все остальное. Дружба, они дружат друг с другом. Приятельство, они дружат одни с другим. Еще более возвышенный брак, когда... Еще более возвышенный брак. Они вместе занимаются творческим... То, когда они заодно рады уметнички ствари. Делом каким-то. Некую уметность. И довольно долгое время они не думают о том, что они женятся, потом... И яко долго они вообще не размышляют, да се треба женить. Я начинаю это понимать. И он полаку почень усвачать, да се мора женить. Еще более возвышенный брак, когда... Еще более возвышенный брак. Когда они занимаются вместе самосознанием. То, когда они заодно се бави самоспознанием. И самый возвышенный брак, когда люди духовной практикой вместе занимаются. И наивозвышенный брак, то, когда люди духовным праксом заодно се бавить. Сначала, потом жениться. Это уже... Перво они рады духовную праксу, он да се жени после. Это очень стойкий брак. То и яко стабилен брак. Согласно ведическому знанию, если Юпитер открыт, самый высший центр. В складу с ведским знанием, ако Юпитер наивозвышенный центр человека, то все остальные центры утворен, он да все остальные центры тоже будут открываться. Источе полаку се утвараться. Степенно, со временем. И такой брак упрочняется со временем. И таков брак со временем постает все стабильнее и стабильнее. Если Луна, по Луне гармония, значит, более низшие центры все откроются. Ако постоит по месяцу гармония, онда че се из-под месяца все нижние центры се отворят. Но более верхние, как бы, с трудом. Але более горние центры тежко че се отворят. И поэтому, когда люди по Луне друзья были, они... И зато, когда люди были приятели по месяцу... Могут, допустим, сам как муж чем-то занят, там, самосознание где-то в одном... Рецимо, муж бавит се самоспознаем у једној праксе. Вместе жена в другом, но вместе жена у другом. Они живут хорошо. Али заодно они живут добро. Это тоже возможно. То исто могуће. Теперь вы все узнали, что большинство из них неправильно, из вас неправильно женились. Сад сте ви сви схватили, да већина вас нисте исправно се оженили. И вышли замуж. И удали се. Теперь что же делать? Шта ћете направити? Оказывается, что существует знание, испада, да постоит знание, которое дает возможность исправить ситуацию. Которое дает возможность исправить ситуацию. Если человек способен выполнять свои обязанности даже в тех условиях, ако человек способен исполнять свои обязанности, чак и он им увидит, когда у него нет ничего общего с близким человеком, когда он нема ништа заедничко со близком особом, в этом случае
Плохая карма отрабатывается. В том случае лошая карма отраджуется. И появляются общие вещи. И появляются заеднички с тобой. По всем планетам. По своим планетам. Сатурну, по Меркурию, по Марсу. Сатурну, Меркуру, Марсу и так далее. Общие вещи появляются. Заеднички с тобой. Заеднички, интересы появляются. Теперь давайте определим, как сделать совместимость по Юпитеру. Айму сад схватит, как мы можем направить гармонию, ускладженность по Юпитеру. Оказывается, что первый этап этой совместимости для женщины означает слушаться своего мужа. За жену, то значит слушать своего мужа. Мужа во всем слушаться своего. Своему слушать своего мужа. Мужа. Никогда с ним не спорить. Никогда с ним не препираться. Сразу вы скажете мне. Вечете меня отмах речь. Но это же и есть дискриминация. А то и есть дискриминация, жена. Поднимите руки, кто так считает. Дигните руки, кто так умислит. Честно тебе. Самое искренне. Спасибо вам. Хвала вам. Не значит, я не зря сюда пришел. То значит, да нисам без связи дошел. Есть о чем сказать. Има о чем говорить. Вот смотрите. Согласно ведам, гледайте, у складу со ведами, женщина – это та, которая побеждает без боя. Жена – то и она, которая побеждает без боя, без битки. Без битки. Это значит, что женщина никогда не должна говорить «нет». То значит, что жена никогда не смеет говорить «не» своему мужу. Своему мужу. И только в этом случае, согласно ведическому знанию, она от него... И само в том случае, в складу с советским знанием, она че от него добьется всего, добит, что год хочет. Пожили. Что год пожили. Кто об этом не знал, кто... Кто о том не знал. Снимал руку, поднимите руку теперь. Дигните сад руку. Добре, я знал. Я вам приведу пример. Я че вам сад навес пример. Смотрите. Гледайте. Ну, я уже много раз приводил. Веч сам пуно пута то... Все знают, кто были на прошлом. Все знают, кто был на прошлом году. Значит, женщина хочет купить платье. Жена, рецимо, желе купить халину. Себе. Себе. Хочет купить платье. Желе купить халину. Она подходит к своему мужу. Она долазит к своему мужу. И говорит. И каже. Мне грустно. Я сам тужна. Говорит, почему тебе грустно? А он пита, за что си тужна? Она говорит, потому что у меня очень много всяких желаний. А она говорит, зато я имам пуно сваких желаний. У меня нет денег, а у меня постоянно желание крутится в голове. Немам новаца, але имам пуно сваких желаний. Он говорит, какие у тебя желания крутятся в голове? А он пита, а кое ты имаш желе в голове? Она говорит... Она говорит, вырти ми се в голове пуно желе. Ты знаешь, у меня... Очень некрасивые платья все. Она каже, знаешь, сви халины, кои я имам, так он некако ружные. Какие у меня есть. Они мне не нравятся, я постоянно нервничаю из-за этого. Они со мной никак не свиджу, стану сам живчана збок той. Вот. Но я тебе говорю это не для того, что я хочу новое платье. Але я тебе то говорю не за то, что я желем новую халину. Я тебе говорю это потому, что у меня плохое настроение. Я тебе то говорю сам за то, что имам лошее расположение збок того. За это. Чтоб ты не думал, да что... Не би ты мислил, что у меня плохое настроение из-за того, да что... Я имам лошее расположение за то, что я тебе не волю. Я тебя люблю. Я тебе яко волю. Но хорошего настроения нет. Але не имам доброго расположения. Садится в уголок. Она съедна негде у кут. И задумчиво смотрит в стену. И замышленно гледа у зиду. Испытывая страдания. И усеча патню. Муж подходит и говорит. Муж че дочь и речи. Ну, а подойдет муж в этом случае или нет? Как? А че дочь муж в том случае или нет? Как вы мислите? Кто считает? Кто считает, что не подойдет? Кто мислит, да не че дочь? Вы не знаете психологию женщины? Некий дигли руки, да, он и мисли, он каже, вы не знаете психологию жены? Психологию мужчин. И психологию мужкарца. Они, кои су дигли руки. У женщины ум в 6 раз сильнее. Женский ум 6 пута е ячи. И если женщина беспокоится о чем-то? И ако жена осеча нервозу због нечего. Муж будет ходить кругами. Муж че ходат колима около нее. Почему? Потому что... Он не может терпеть, когда зато он не может терпеть. Женщина беспокоится. Когда жена усеча немир. У мужчины нет способности терпеть это. Он... Жена, мужкарец едностану нема способность да то издержит, да терпит. И у муж ум слабее. Него ум пуно слабее. И поэтому он говорит, вот женщина может мужу говорить,
Почему ты сегодня в таком плохом настроении? Далі може жена речь своєму мужу: "За що ти danas имаш таку ружну розположення?" Чаще всего нет. Чаще всего не, так усе не дешево. И все равно, лишь бы не орал. В ньому все одно, само да не вріш. Вот. Мужчина же постоянно, он подходит к женщине, говорит, почему тебя сегодня нет? Мужчина це стално ради то, да долази к женам и питаю. Это настроение. За что ты не можешь danas доброе расположение? Что, в чем дело? В чем є проблем? Он говорит ей постоянно. Постоянно ню запитує. Почему? Потому что его очень беспокоит этот вопрос. За то нега то мучит, то питаешь. Он его начинает трясти. Нега треса своей изнутра. Мужчина не может терпеть, когда женщина страдает. Она... Мужкарец не может терпеть, когда жена видит, даже напад. Сидит в плохом настроении. Когда она сидит в лошем расположении. Он подходит к ней и говорит, может, нам новое платье купить? Он доджи к ней на новых свек и питаню, может, и треба мы ипак новую халину купить? Она говорит, нет, ни в коем случае. А она каже, не, ни в коем случае. Потому что у нас нет денег. За терминему ноут. Ну и бог с ними с этим. А он каже, ма бог с ним, с тем ноутом. С тем ноутом. Или он говорит, ну хорошо, ладно, в следующий раз. Или он каже, ну, добро, другий путь что ты купит. Она говорит, да, лучше в следующий раз. А она каже, да, более следующий путь. Продолжает так сидеть. И наставля сидит так. У ружном расположении. Вот и все. И готово. Никаких шансов. Нема шансов. Даже мужчина, слушая, как послушавший эту лекцию, человек мужкарецкий слушал эту лекцию, видит, как женщина так делает, он будет счастлив. Он че кочевеет, да жена такой рады, он че будет счастлив. Поднимите руку, который мужчина не будет счастлив. Двигните руку, он и мужкарецкий не че будет счастлив, как бы жена такой рады. Да, нужна будет так делать. Ни один человек... Ни один мужкарец не двигал руку. Не поднял женщину, ни один человек. Жены... Да, ни один мужкарец не двигал руку. Это означает поступать согласно своим качествам характера. Это значит понашатися у складу со своим квалитетом характера, чертами характера. Женщина, види, будучи всегда говоря мужу «да» и слушаясь... Жена, когда увек каже мужу «да» и слушаясь... Всего, завоевывать уважение, любовь к себе. Она зараджує поштування, любов прямо себе. И она добивается всего... И она добива все, что года она жили, пожили. Семейная жизнь. Осо до нас притча, начин, на кой можем делать на мужа. А не ради. Ништа израва. Все она, теперь, почему женщине трудно это делать? А сад друго питание. За что женам яко тяжко так усе понашать? Объясняю. Сад что объясню. Потому что существует недоработанная мужская карма. Просто неодраджена мужская карма. У всех женщин существует. Сви жены имают недоработанную мужскую. Недораджену. Jelda, nedorađeno karma. Marta i Ant isto se ne ježe. Kad ja ono malo nešto njima kažem, Ante totalno kaže, ja želim to su, ja bi to slušao svaki dan, ono od jutra do mraka. Ono, totalno je tako inspiriran. Žena, nahodjajući u muškom tijeli, iskreno считає... Žena koja se nalazi... Ne, čekaj. To ona ima pravo rugati sa svojim mužom. Ага, жена, которая се налази у женском телу, искренно мисли, да она има право сваджатися со своим мужем. Однако же это знание о том, что так надо делать. Али то знание о том, да она треба то радить так, сваджатися. Идет не из женского тела. Иде не из женского тела. Потому что в женском теле так поступать нельзя. Зато у женском телу так усе понашать не смеем, то забранено. Если женщина поступает так, она уничтожает все свое счастье. Ако жена сваджася с мужем, она уништава одмах свою срещу. Потому что ругаться с мужчиной, это все равно, что... Зато сваджатися с мужкарцем, то есть своєдно... Пытаться поздороваться с баобабом. Исто као, как покушате, поздравитися с баобабом, то некого билька. Или попросить у него чего-то. Или замолит него нечто. Но это бесполезное занятие. То
нема смисла. Мужская природа так устроена, что если мужская природа так вот, жена начинает ругаться на мужа, ако жена почне се сваджати са мужем, то у неї нет никаких шансов добиться того, чего она. Onda ona neće imati nikakve šanse dobiti ono što ona ima želje dobiti. Точно. Понимаете идею или нет? Разумеете идею или нет? Как устроена мужская психика? Мужское тело и психа так и функционирует. Женщина должна это знать. Жены могут узнать. Итак, разум женщины. Юпитер означает разум. Юпитер значит интеллигенция жены. Юпитер значит интеллигенция. Когда мужчина хочет найти себе разумную жену. Когда мужчина желает найти себе разумную жену, интеллигентную жену. Он должен изучать, насколько она послушна. Он треба перво проучити, колико е она послушна. Если она послушна, очень слушается его. Ако она яко послушна, яко послушна. То не значит, что она глупая. То не значит, да она глупа. Как кажется с первого взгляда. Так усе чини на первый погляд. Это значит, что она очень разумна. То значит, да она яко-яко разумна, яко интеллигентна. Очень разумна. Яко интеллигентна. Дальше, разум мужчины означает ответственность. Интеллигенция мужкарца значит отговорность. Ответственность. Отговорность. Мужчина с сильным Юпитером. Мужкарец, кто има як Юпитер. Никогда не делает так, чтобы он что-то сказал. Никогда не ради так, да, ако нечто каже, обещал что-то и не выполнил. Неком нечто обещал. Выполнил. Это невозможно. Да не то направил. То и не мог. Можно для него. За него. Кроме того, он всегда старается серьезно относиться. Осим того, он увек покушава озбильно. Относиться ко всем самым мелким проблемам. Относиться прямо свим и наиситним проблемам. Которые существуют у женщины. Кое постоит у жены. Он изучает эти проблемы. Он проучает эти проблемы. Внимательно и старается. Як упашливо. Старается удовлетворить ее потребности. И покушава задоволить незины потреби. Однако же самое главное качество мужчины сильный. Але найважнія квалітета мужкарца Юпитером. Са яким Юпитером. Он очень целеустремлен. Он яко цілено направлен. Некоторые женщины думают, я пойду за того, кто. Некі жени мислять, я чу се удати за онога. Любит. Кто любит проводить время в семье. Тко воли проводити время у обители. Я замуж пойду за такого человека. Я чувствую за так волос. В результате в одной семье появляются две женщины. И као результат так вежели у той обители появляются две жены. Одна в мужском теле, другая. Одна жена в мужском теле, а друга у женском теле. В женском. Ничего хорошего из этого брака. Ништа доброго из такого брака, иначе из брака не получается. Мужчина должен иметь цель в жизни. Мужкарец мора обязан иметь цель в жизни. Это значит, что у него сильный Юпитер. Это значит, да он има як Юпитер. Такой мужчина может стать мудрым человеком. Таков мужкарец может постать мудрым особой. Дать советы. Давать советы. И может помочь женщине. Может помочь жене. Быть счастливой. Быть средним. Это совместимость по Юпитеру. То гармония по Юпитеру. Как сделать так, чтобы эта совместимость была? Как мы можем направить так, да та гармония появится, да се появит та гармония? Мужчина должен стараться изучать, как правильно жить за себя. Мужкарец мора потрошить всю свою снагу на то, да проучава, как треба исправно живеть. Их сил. В наше время этих сил очень мало. В наше время тих сила, те снаги яко-яко мало. Потому что засасывает время работа. Зато одузима пуно время на пост. Желание иметь много денег. Желя иметь пуно новаца. Но это не приносит счастья. А то не доноси нам срещу. Мужчина может много пахать на работе. Мужкарец может пуно радить и доносить новаца. Деньги. Это увеличит гармонию в семье. Далече то повечат гармонию убиты. Западная философия психологии считает, Западная психология мислит, да. Что чем больше муж приносит денег, да, чем выше муж доносит новаца, тем больше его уважает жена. Тем выше него жена поштует. Оказывается, на самом деле немножко не так. Але испада реальность не баш такова. Муж должен определенное количество денег приносить семье. Муж мора доносит одреженную количину новаца обители. Сколько нужно для жизни. Колико е потребно за живот.
Остальное время он должен уделять самосознанию. Остало время он треба посвятить самоспознание. Он должен развивать в себе хорошие качества характера. Он мора развиет у себе позитивные черты характера. Если же он начинает перерабатывать и больше, ако он и пак троши више времена на посол, приносить денег семье, више доноси новаца обитель, то семья, жена, дети привыкают к этому. Онда обитель, жена, деца навикавают на то стане. Количество денег. На ту количину новаца. Их запросы также становятся соответствующими. Нихови захтевы пропорционально растут. В результате они не могут оценить по достоинству. Као результат того, они више не могут оценить достойно труд свог тог мужа. По чрезмерные усилия, которые... Негове прекомерно напрезан. Он совершает. Он упахивается, приходит домой. Он яко пуно ради, долази дома. И говорит, сегодня я заработал. И каже, данас сам я зарадил. Столько-то. Толико новаца. Он говорит, ну и что ты в прошлый месяц только же принес? А жена каже, па шта, в прошлый месяц си ты исто толико дома. Ты меня не удивил. Ниси ме вообще за чудо. Понимаете, потому что как бы человек всегда привыкает к тому, что он... За что? За то, что человек уек навикава на то, что има. Кроме того, веды говорят, что зарабатывая больше денег, человек не увеличивает свое благосостояние. Усим того, веды кажут, да, зараджуючи вечу количину новаца, человек не повечава благостанье свое. Он просто повышает нишу жизни. Он едноставно повечава тай простору, кой заузима в животу. Существуют ниши жизни разные, так же как... Постои разные просторы живота. В лифте существуют разные... Исто као лифт. Мы заузимам у лифту одреджени тай комат простору. Этажи. И лифт има разные катове, кроз кое пролазит. Когда человек зарабатывает больше денег, он хочет сначала, прежде всего... Когда человек зараджує више новаца, он на первом ниво... Он прыгнет на другую нишу. Он на первом ниво желе прескочит на следующий ниво. Это означает более дорогая мебель. Это значит скупля намештай, скупли намештай. Он не покупает ничего нового, он покупает то же самое. Он заперво не купует ничто нового, он купует опять исто. Но более дорогие вещи. Али более скупле ствари. Однако же, согласно ведическому знанию, человек, который занимает... Але у складу советским знанием, да человек, кой заузима виши ступен стандарта... Выше ниши, чем ему положено по жизни. Него, что нему одреджено неговым судьбином. Он потом дальше ставит себя в зависимость от тех людей... Он далее себе ставит у овисность от тим людям... Которые по судьбе ему не положены. Кой нему по судьбине нису одреджены. И в результате он надрывно пытается жить вместе. Как результат того, он яко-яко се напреже, дабы поддержал тай стандарт жизни. Общаться вместе с этими. Дабы дружил с тим людьми. Людьми. И терпит фиаско. И онда на краю опять терпит пораз. Он полностью терпит поражение. Потому что его психика не приспособлена. Затор негова психа не намерена общаться с этой категорией. Не прилагоджена, дабы имал дружство с том категорием людей. Людей, которым он хочет влезть. С коим он, у коим он, у то дружство, у кое он желе учи. По богатству. У смыслу стандарта живота него. По деньгам. То же самое по общественному положению и так далее. Однако... Есть люди, которые постоянно работают 24 часа, получают гроши. Есть люди, которые почти ничего не делают, получают очень много. Разница между этими людьми. Постой люди, кои стално ради 24 часа на дан и добиваю яко ситни новцы. А има люди, кои яко мало ради, а добиваю яко пуно новцы. И только в том, что у этих, которые просто... И разлика измеджу них само у едном. Работают, у них не хватает качеств характера. Да они, кои стално ради от утра до мрака, нима фали цирте характера, квалитеты характера. Мне есть целый семинар по этой теме. А я имам целый семинар исто по той теме. Да, не хороший качество характера. Како требате отгаят у себе позитив. Те же, которые работают меньше, они просто... А они, кои ради мање, просто имеют лучший характер. Они и... едноставно имают более характер. Все. И ништа друго. Характер более. Таким образом, зачем? Не зачем
впахиваться. На таков начин, за что бы мы трошили толку времени за той пост? На той работе, которую ты имеешь. Кой ты имаешь? Лишнего надо работать столько, сколько положено. Прекомерно. Мора ты раято нолку, колко треба ты. В чем заключается смысл? Колко одреджено да рады. Если человек работает меньше, ему положено, то тоже это смирение. Ако человек ради мания, него что нему одреджено, принесет страдания. Исто че имат патни. Однако же все свое свободное время он должен заниматься самосознанием. Але све слободно време, кое муж има, он треба, человек има, он треба потрошить на самоспознание. Вот все, кто пришли на эту лекцию, вы хорошо это понимаете. Свитко дошли на ову лекцию, ви то добро яко разумеете. Эту тему, этот вопрос. Ту тему, то пита. Это необходимость. Да это необходимость. Если человек это понимает, он изменяет сферу общения. И в результате через тех людей, с которыми он пообщается. Ако человек то разумеет, он меняет сферу дружения, дружство, и он добива те люди. Он получает защиту и другую жизнь. Он преко тих людей добива защиту. Жизнь, другую судьбу. И скрозь другий живот и другую судьбину. Преко людей в том дружении, в самоспознании. Но это еще не все. А то не еще все. Оказывается, испада. Женщина, жены, уважение, возможность уважать своего мужа, могущность поштивать своего мужа, связано только с Юпитером, везано само со Юпитером, только с одной планетой, само со едним планетом. И если мужчина занимается самосознанием, ако мужкарат се бави самоспознанием, его жена не может его не уважать, негова жена не може нега не поштивати. Просто у нее нет возможности. У нее едноставно нема могучности. Психическую. А если психичку, так. Она его не уважает, она испытывает от этого сильные страдания. Але ако она ипак га не поштує, она осеча яку-яку велику патню в том случае. Она чувствует себя не в своей тарелке. И она осеча се другаче, криво. Да. Если муж уважаемый, но она не может его уважать. По каким-то причинам, это значит, что проблемы в ней внутри. Због неких разлога, ако она нега не поштует, то значит, да она има внутрь себе и по проблем. Находится они в нем. А не у нему. Итак, основная обязанность мужчины. Основная обавеза мужкарца. Это заниматься самосознанием. То значит, бавитися самоспознанием. Основная обязанность женщины. А основная обавеза жены. Создать условия своему мужу. То гласи вако, створити увети свому мужу, заняти самосознанием, да би се бавил самоспознанием. Теперь мы с вами отрабатываем ту систему, по которой я сказал с самого начала. Сад ћемо ми далје ићи по том систему, кој сам рекао от самог почетка. Что человек может сам, без помощи другого человека, да человек може сам, без помощи друге страны, близкого человека, достичь успеха в семейной жизни. Близки особи постичь успех у обительском животу. Естественно, что большинство мужчин занимаются деградацией. Природно то, что большинство мужчарца се бави деградацией в своем животе. А не самосознание. А не самоспознание. Потому что сейчас вся наша земля идет, движется к деградации. Зато и цела наша земля сада се крече према деградации. Мы видим, что большинство мужчин пьянствуют. Мы видим, да, большинство мужчарца пью. Занимается развратом. Бавится овим развратным, да, развратным. И так далее. И так они далее. Ведут жизнь, которая приводит к деградации. Они водят живот, который доводит до деградации. Сознание. Свести. Женщины же имеют стабильную, не динамическую природу. А жены имают стабильную, не динамическую природу. Сохраняют способность оставаться. Они чувают способность остаться. Не сильно затронутыми этими всеми вещами. Не яко задирну, нису яко задирнуты тим стварима деградации. Так устроена природа. Природа так направила. Чтобы женщина могла, и женщине дается шанс. Женама се дає шанса. Дается шанс остаться на плаву. Остати на доплива. И создать в семейной жизни счастье в семье. И да створи сречу в обительском животе. Если бы женщина деградировала, а мужчина нет. Ако би жена деградировала, а мужкарац не. Но женщина отвечает за то, будет ли семья счастливой. Але жена отговара за то, дали че бити обитель сретна или не. В первую очередь. У первый ред жена. Мужчина отвечает за то, будет ли семья двигаться вперед. А мужкарац отговара за то, дали че обитель кретатися наперед в жизни, у животу или не. Поэтому женщине дается шанс быть счастливой в семье. Зато женама се дає шанса бити сретним у обители. Это означает, что она должна
сама почати займатися самосознанням. То значить, да вона треба сама почати бавитися самоспознанням. Но делать это не так, не в противопоставлении своему мужу. Але радити то не так, аби се супроставляла своєму мужу. Часто женщины занимаются самосознанием, противопоставляют себя своему мужу. Часто жены, когда починю себя самоспознанием, супроставляются своему мужу. Мужу и таким образом грызут сук, на котором... И на таков начин он и грызу грану, на кою сами седы. Сидят. В результате мужчина от этого деградирует еще. Као результат, мужкарец еще ярче починя деградирует, него прежде. Еще больше. И такая женщина потом так оказывается жена, без всякой защиты. Так ва жена на краю губи било как в защиту. Финансовую, нравственную. Финансовую, моральную. И так далее. Она так становится далее. Одинокой женщиной. Она постоит усамлена жена. Несчастной. Остает усамлена жена. Женщина должна месяц. Занимать самосознанием. Устраивать так все, что муж должен... Жена, которая собавится самоспознанием, треба направить все так, да муж... Думать, что он на самом деле, это он дает ей такую возможность. Да муж мысли устварит, да он ней дает ту могучность. Она должна так себя вести. Она се треба так понашати... Жизнь. В результате, если она вдохновляет своего мужа и... Как результат того, как она надохнет, инспирирует своего мужа... Меняться. Меняться. А как женщина может вдохновлять своего мужа изменяться? А как у жена может инспирировать своего мужа, да сон меньше? Почитай. Как вы мыслите? Ну, вставай, скотина такая. Ну, жен... Айде, устани, будало едно. Поздно. Вече касно. Нет, не так. Не так. Не так, дорогие мои. Драги мои, не так. Оказывается, есть другой способ. Испада постоит другий начин. Когда женщина... Указывает своему мужу на его преимущество. Когда жена указывает своему мужу на негове позитивные черты. Постоянно. Стално указывает на негове позитивные черты. Игнорирует его недостатки. Игнорирует негове недостатки. То мужчина начинает расти в том. Когда мужкарец починя раст у оном. На что его указывают. На что акцентира жена. На что она нему указывает. Если человеку говорить, что он поросенок, он... Аку чете стану говорить человеку, да и он свинья... Захрюкает. Он че ускоро и хрюкает. Она Я вам приведу такой пример. Я че вам навести таков пример. Экспериментировали мудрые люди. Это... Экспериментировали яко мудрые люди. Эксперимент описан в Ведах. Та эксперимент описан в Ведама. Собрались 10 мудрецов. Дошли су на окуп 10 мудраца. И они решили исследовать этот феномен. И они одлучили проследить этот феномен. Влияние чужой мысли на сознание. Мутится тут же мысли на свест. Чужое понимание вещей. Тут же к разумеванию ствари. И они пришли к выводу, как это сделать этот эксперимент. Они взяли и они дошли до заключка, как утреба направить этот эксперимент. Одного своего знакомого. Они сузяли едног свог познаника. И они все ему говорили подряд, они уважаемые люди. И они были яко поштованные особи, мудрацы. И они сви до реда говорили нему. И он, встречаясь с каждым из них, он слышал от них одни и то те же вещи. Они сделали... Кад год би он срел едного от них, он чу от них увек едно те исти речи. Так что кроме них он не видел полдня никого больше. Они су так устроили све, да осим них он више никого не видел. Пола дана. Они так устроили, что они встречались ему по дороге и так далее. Они су так наместили све, да само него он сретал само них. Само них сретал. И когда он видел одного, он говорил здравствуй. И кад год би он срел едного от них, и тот он нима говорил добар дан. Трел мудрец на него и говорил. А тай мудрец на него гледал и говорил. Че, неужели ты не знаешь, что ты уже дух? И они су нем, тай би мудрец нему рекал, зар ты не знаешь, да ты ведь дух постой. Умер. Ты си ведь умру. Что ты находишься в тонком теле. Ты си сад налазишь в субтильном теле. И ты не должен ни с кем здороваться. И ты не требаш вообще никого поздравлять. Ты просто пугаешь людей. Зато ты едноставно плашишь люди. Когда ему первый так сказал, просто... Когда нему первый мудрец так говорил, он рассмеялся. Он едноставно си почал смеять. Это хорошая шутка. И он помыслил, добра шала. Когда ему второй так сказал на полном серьезе. Когда нему другий мудрец реку яко озбильно ту ствар. У него что-то ёкнуло в сердце. Нему сердцу нечто забылось. Короче говоря, где-то на седьмом или восьмом он
Главном кратко речено негде на 7-му или 8-му драцу. Повністю повірив, що він дух. Он повністю почав вірувати, то повірував, де він дух. Повністю повірив. Повністю. 9-го він уже спросив: "Розкажи, пожалуйста, як я не як так произошло, що я..." І 9-го він питав на краю: "Молим ти, реці мені, як усе то десило?" Я не понял, що я умер. Да я вообще не сам схватив, да сам я умру. У него даже не было идеи, что он живой. Он человек не имел общей идеи, выше, да он, да и он жив. Понимаете или нет? Разумеете или нет? Это 10 всего человек. То само 10 людей. 9 человек сказала одно и то же. 9 людей само рекла одно и то же. Если жена каждый день своему мужу говорит... Ако жена сваки дан говорит своему мужу... Ты свинья такая. Ты си свинья одна. Ну почему вы думаете, что он не захрюкает? За что вы мислите, да он нечи роктаться? У него никаких шансов нет. Он нема никакого шанса супроставиться тому. Почему? Потому что это действует как в качели с обратном направлении. За вот... что? За то, что делаю, исто као люлячка, как се за люля в одном смеру узратися в другом. Смотрите, две собаки гавкают, один... Два пса лаю, один... Человек смотрит со стороны. А один человек гляда со стороны. Какая собака из них права? Кой пас е у право? Одна собака гавкает, а другая гавкает. Какая? Один пас лает, другой пас лает. Какая права? Кое право от них? Вы скажете, та, которая загавкала второй. Вы чете речь, он и пас, кой лает в другом ряду. Но они обе гавкают одинаково. Але они оба двое лают ист. Разве можно разобраться, какая из них первая загавкала, какая... Зар можем схватить, кто первый лает, а кто другой? Когда два человека ругаются, тот же самый... Когда двое людей ругаются, исто та эффект. Результат. И результат. Чем вы лучше, если вы ругаетесь со своим мужем? Чем сте вы более от того мужа свого, как если вы ругаетесь? Чем женщина лучше мужчины, с которым она ругается? Ничем абсолютно. Она... Жена не ничем более от того мужа. Такая же точно, как он. Она исто таква, как и он. Недостатки все одни и те же. Недостатки одни и те исты. Если человек умнее, он не будет ругаться. Ако человек мало памятнее, интеллигентнее, он нечи со сваджати. Итак, видите, есть определенные закономерности семейные. Видите, постоят određенные закономерности в обительским отношениям. Если женщина пересиливает плохое влияние мужа, дурное... Ако жена надилази лоши утицей мужа... Влияние мужа на себя, занимаясь самосознанием... Ако се она бави самоспознанием... Она копит психические силы. Она скупля психичку силу. И начинает ему указывать на то, что на самом деле он очень хороший человек. И починя наглашават нему то, да и он уствари яку добра особа. Она показывает ему многие факты. Она нему показывает многие факты. Даже он совершает глупости, она... Чаки, когда он рады глупости... Плачет, говорит, ну как, я от тебя не ожидал, ты же у меня все-таки хороший. Она плачет и говорит, ой, не сам очекивала от тебя, ты си ипак добра особа. Я не ожидал от тебя таких не вещей. Не сам очекивала так и ствари. Пожалуйста, ты же можешь измениться, пожалуйста. Молим ты, ты можешь се променять, молим ты. Давай, ты можешь. Айде. Каждый раз. И сваки пут. Первый раз не сработает, второй раз не сработает. Первый пут, может, нече упалит. Другий пут. Работает, третий раз не сработает, четвертый раз не сработает, пятый раз не сработает. Начинает казаться, что это не работает. Након петок, шесток пута, колко год пробавате, може се чини да то не ради, да нече упали. Може семейна карма не отрабатывается за одну секунду. Али обителска карма не одрађује се за једну секунду. Когда женщина так говорит своему мужу, у нього глубинные изменения в сознании. Когда жена говори на тај начин своему мужу, у неговој свести, у дубини неговој свести долази до промена. Потом постепенно у него появляется чувство собственного достоинства. Полако у него се раджа со временем осечай особного достоинства. Которое никогда не даст человеку пить. Кое никогда не че дать человеку да пие. Оказывается, именно отсутствие чувства собственного достоинства, правильно, есть разные понимания, что такое. Ваша отсутность осечая особного достоинства. Собственного и постоят разное разумевание осечая особного достоинства. Правильное понимание означает желание жить не для себя. Исправно разумевание осечая особного достоинства значит желя жить не за себе.
Желание приносить счастье другим, в этом заключается достоинство человека. Желя доносить срещу другим, а у том и право достоинства особи. Чувствует, что он недостоин, если он не приносит счастье. Человек осеча, да я нисам достоин ничего, ако не доносим срещу другим. Счастье другим. Сейчас западная философия понимает... А сада западная философия разумеет ову ствар другаче. Какому чувство собственного достоинства? Осеча особного достоинства. Она считает, что я должен считать себя хорошим. Западная психология наглашала, да я требам о себе мислить, да сам я добра особа. Это ложное достоинство. Але то и ложное достоинство. Которое приходит страданиям, согласно ведам. Такое разумевание себе доводит до патни. Именно это достоинство я хороший в любом случае. Баш то достоинство, когда я о себе мислим, в било коем случае, да сам я добр. Заставляет человека... спиваться. Доводит человека до того, да пие. Он говорит, да кажется, я все равно хороший, я лучше. Он кажет себе, ма, что има вези, я сам ипак человек добр, и в било коем случае они, сам более. Пусть они даже не пьют. Макароны и не пью. Я хороший, я лучше. А сам я пью, я все равно я более. Так это чувство собственного достоинства не приводит к счастью. Таковость чьи особенных достоинства не доводит до сречи. Это ложное эго, говорят. То ложное эго, говорит. Нет, ложное эго. Ведика. Истинное эго означает, я хорош, что... Истинное эго значит, я сам добр. То в том случае, если я могу принести счастье кому-то. Ако я могу донить сречи. Понимаете, в противном случае я плохой. В другом случае сам я ложь. Когда человек так считает, он удовлетворен. Когда человек так умыслит, он даже не смотрел, он не задоволен в том случае. То, что он считает себя плохим. Человек без обзора на то, что он мыслит о себе, да и ложь. Таким образом, мы должны научиться выработать в себе истинное эго. Мы можем научиться у себе изградить истинный эго. Изразить в себе истинное. Первое правило необходимое для того, чтобы изменить свою семью. Первое правило, которое необходимо, дабы мы променяли свой обительский живот. Жизнь. Если человек считает себя хорошим, а если человек мислит у себе, да он добр, значит кто-то будет плохой. То обязательно значит, да че нетко другий бити лош. Потому что счастья-то нет. Зато срещи нема. Понимаете, я хороший, значит, кто-то плохой. Разумеете, чем мы кажем, я сам добр, то автоматически, че значит, да нетко другий лош. Значит, надо ругаться с этим плохим. То значит, а следующий ниво, то значит, да я требам се сваджа с том лошим особом. Потому что меня зачем менять, я и так хороший. А зато и мене, за что бы я меню себе, я и так добр. Я на лекции хожу, все. Я идем на лекцию. Знаю. Все знам. Все, результат нулевой, ноль. Результат нула. Никаких шансов изменить свою семейную Нема жизнь. Нема шанса променять свой обительский живот. Человек должен считать, что он сам виноват в своих страданиях. Человек обязательно может мислить, да он сам крив у своим патнями. Первый этап. То и первая фаза. Это истинное эго начинает. То истинное эго починит так уралить. Работать. Дальше он начинает пытаться вдохновить своих близких людей. Далее он покушава инспирировать свои ближние особи. И он пытается заметить в них хорошее. Он покушава у нима приметить позитив. Это очень трудно сделать. Яко тяжко направить. Легче сказать плохое. Легче речь, он и лош. Хорошее заметить очень трудно. Добро приметить, яко тяжко. Когда человек начинает пытаться это сделать, он видит, как это трудно. Когда человек покушава то радить, он примечу отмах, как это тяжко. Поэтому он меньше начинает уже ругать за то, что у него видят одни недостатки. И зато он после, он, након того, когда он пробава так усе понашать, он веч мане руга други, зато и он и у нему примечу само недостатки. Он уже начинает понимать, что трудно видеть хорошее. Он веч сам разуме них, да тяжко видеть позитивные ствари у другим людям. И он пытается это сделать. Представьте, он начинает делать... шаги по достижению гармонии в Марсе. И он полако крече ради кораци, дабы постигло гармонию. Юпитере. С этого надо... Гармонию у Юпитера. Начинать, потому... Морамо кренуть от того, да постигнемо гармонию у Юпитера. Потому что все с веры начинается. Вера... Зато все починет от веры. Вера означает взаимность. А вера значит узаемность. Означает способность слушать. Вера значит способность слушать. Означает доверительная беседа. Значит поверливый разговор. Означает также желание получить совет.
Вера значит желя добити совет. Это совместимость по Юпитеру самая недешевая вещь семейная. Та гармония по Юпитеру то най неефтиня ствар, как сто каже, не ефтин, найскупоцення ствар. И это отношение, даже если люди абсолютно далеки друг от друга. И чак яко люди су абсолютно далеки едан от друга. Когда совместимость по Юпитеру достигается. Когда человек, когда они постижут ту гармонию по Юпитеру. Все плохое в их отношениях полностью уничтожено. Все лоше, что постою нихуем односима, подпуно су уништало. Потому что они начинают внимательно слушать друг друга. Зато и они починю яко пажливо слушати один друг. Пытаться поменять себя. Покушаваю променити себе. Для того, чтобы дойти до этого уровня сознания. А дабы смо дошли до того него свести, ступни. А нет, он является очень высоким уровнем. А то яко высокий него свести. В сознании в семейных отношениях. Для этого женщина должна, жена так как треба. Женщина чаще всего находится более-менее на плаву. Пошто жены у чаще от свега више-мање онак нормальнее, су нису деградирани. В плохой семье. У лоше обители. Я также о мужчине скажу, что мужчина должен делать. Я чу također после речи и о мушкарцима, шта треба мушкарци радити. Она должна начинать слушаться своего мужа. Она перво, што мора почати слушати свог мужа, слушати се. То, терпите, что он вытворяет. Терпите, он и негове лоше понашание, что он, что год лоше рад. При этом не унижаться. Али при том и не понижаватися. Унижение означает, что она согласна со всем этим. Понижавание значит, да сам я согласна со оним, что он ради. Она не... Я слажем с тими, что он ради. Соглашается, но также она... Она се не слаже с тими. И не пытается его унизить. Али također она га не покушава понижавати. Она говорит, конечно, мне неприятно то, что... Она нему каже, наравно, мені баш и не приятно так делаешь, то, что ты то тако радиш. Все равно я верю, что ты хороший. Али сведно я имам веру в то, да си ты добр. Может поплакать, постучать. Она может мало плакать, мало лупнуть шаком. Камя пол. Опод. Не имеет значения. Без обзира. Сколько будет чувств. Важно, что результат. Каков год био плеск эмоций. Как она скажет. Важный результат. На какой начин, че она то речь. Когда женщина поступает таким образом, когда жена се понаша на тай начин, мужчина меняется сознание очень медленно. Когда мужкарца се меня свест, яко споро. В результате он через некоторое время, через 8-9. Као результат того, након неког времена, месяцев, након 8-9 месяцев, кад жена тако рави, он начинает постепенно трезветь. Он почине полаку трезнити. У него меняется восприятие мира. Код него се меня осечай за свет. Понимать, что он не прав, потому что его жена лучше его. Первое чувство он начинает... Он первый осечек, который се код него появляет, та трезвость, он осеча, да он не управ. Понимать, что ему жена лучше, чем он. Он почине реально видеть, да него жена пуно более, него он. Осталось, в нем угрожение совести начинается. И негова совесть почине грист него. Постепенно он меняется к лучшему сторону. И полако он се меня на боли. В лучшую сторону. Я вам говорю это не теоретически. Я вам то говорю, не теоретически. И у меня есть много примеров. Я имам яко пуно примера. В жизни, когда живота, люди поменяли свою семью полностью. Променяли свой обитель подпу. Один человек, одна особа, не пытаясь изменить другого, не покушаючи променити другу особу, действуя правильно, согласно, делаючи у складу са ведом, полностью меняет семейные отношения, подпуно меня обительский жизнь. И другой человек даже не догадывается, кому он обязан тому, что тем, а друга особа у той обители вообще не может на ом ниву, на том стадию не может ни схватить, захвалюючи чему все се то десило. Что он там и полностью изменил свою жизнь. Да он у ствари подпуно променил свой живот. Он даже не догадывается, он, как, кто он вообще не может не схватить, сделал это такое все. То все направил. Итак, мужчина тоже может изменить отношения с женой. И мужкарец может променить исто односы со женом. Это он должен понять, что является в его случае. У том случае он треба схватить достижением гармонии по Юпитеру. Он должен, дабы он достигу гармонию по Юпитеру, он треба стать очень серьезным и ответственным человеком. Треба постать яко озбильным и отговорным особом.
Он должен очень серьезно и ответственно относиться ко всем проблемам, которые он может яко озбильно и отговорно се относить прямо своим проблемам, существует у его жены, кое постоит код негове жены. Он должен не замечать внимания, не обращать внимания на ее оскорбления. Он может не покушавать, не примечивать незины увреды. Если она оскорбляет его, он не должен иметь близких отношений с ней. Он не смеет иметь с ним близкие отношения. Он должен стараться, как бы сказать, ну все хорошо. То есть имеется он может покушать, речь ней, добро, все в реду. Близкие отношения означают не надо. Близкие отношения, то значит... Как бы, они могут из чувства долга, как бы он может выполнять все обязанности. Он из осечая дуга может исполнять свои обязанности перед женой. Своей женой. Но он не должен подлизываться как бы к ней. Але он не треба с ней улизиваться. Как бы унизиться перед и ней. И покушавать понизиться перед если ней. Если она его оскорбляет. Ако она него вреджа. Он должен вести себя очень как бы уверенно. Он мора се понашати яко уверено. И эта уверенность мужчине дает ему вот это вот стремление к самосознанию. И та уверенность, ту уверенность дает у мужчарцу та, то усмирение прямо самоспознание. Он дает, это дает ему силы. То нему дает силу. Вот смотрите, у женщины выбор. Глядь, жена има избор. Женщина привлекает мужчин. Жена привлачит мужчарца. Однако же за кого она выйдет замуж? За... Але за кого че се она удар? Того, кто быстро ей привлекся. И... За онога, тко брзо се нјоме привлачио. Пытается бегать за ней. И покушава за ньом тырчать брзо. И за того, кто посматривает онога, на нее, но ведет тко на нју гледа, себя очень строго и серьезно. Але яко се строго и озбильно понашаю. Кого она будет больше уважать? Кого че она више поштивати? Первого или второго? Первого или другого? А? Другого. Второго, конечно. Наравно другого. Даже разговоров нет. Нема ни разговора о том. Это означает, что женщина всегда проверяет. То значит, да жена увек проверяла. Мужчину таким образом. Мужкарца на она пытается раскачать его, пытается раскачать его чувства. Она покушала загреять негови осечки. Когда они раскачиваются очень быстро, она говорит, ну что-то... Ако се они загреяло яко брзо негови осечки. Он такой какой-то слабенький. Онда она мисля, йо, па он некаков слабич. Таким образом, мужчина должен знать эту психологию женщины. Так как начин мужчарцы могут знать психологию женщины. Он должен быть очень серьезен и тверд. Он и может быть яко озбильный и твердый. Внутри себя. Чверстый. Он не должен быть дешевым быть и слабым. Не смей быть мужкарец ефтиный и слаб. Должен вести себя очень серьезно. Мора се понашати яко отговор. Ответственно. Однако же он не должен пренебрегать женщиной при этом. Але он, наравно, не смеет негировать жену при том. Он должен выполнять все обязанности перед ней. Мора исполнять обязанности перед ним. И чутко относиться. Яко осечено се относит прямо. Он не должен казаться дешевым человеком. Але опыт не смеет се чинить ефтиным особом. Это означает сила разума. То значит мощь интеллигенции. Женщина естественным образом начинает уважать. Жена природно почине поштивать. Такого мужчину начинает слушаться ему. И он и полаку починя го слушать. Как гармония по Юпитеру. Как результат появляется гармония по Юпитеру. Эта гармония дает возможность полностью встать в гармонию во всех остальных отношениях. Та гармония дает возможность заузять гармонию и своим другим отношениям, на своим другим нивовым. Теперь я хотел бы в целом, как бы я не могу все вам рассказать. Да? Я не могу за ово краткое время вам все испричать, но хочу... он има 6 лекций. Взять самые главные... Я желим вам сад наиглавнее тренутки, моменты. Моменты с разных сторон. С разных смеров. Вот эта совместимость по качествам характера, я хотел бы... Ово поклав... совместимость, опять та речь. Как це слово... Да, гармония. По квалитетам характера. Быстро вкратце ее тоже описали. Я бы хотел брзо кратко описать. Вот смотрите. Бесстрашие – это качество характера мужское или женское? Бесстрашие, неустрашивость. То есть мужское или женское черта характера? Женское. Да. Женское. Мужское? Мужское. Женское. Женское. Если женщина чувствует себя бесстрашно, это значит, жена усечет себя неустрашно. Значит, по карме ей попадется муж, который всего боится. То значит, да че она по карме добит мужа, кой се свега боит.
Это значит, что они оба не отработали. То значит, да, они оба двоица не соодрады. Свою карму в этом отношении. Свою карму в том отношении. Это будет приносить им обоим страдания. То, что нема доносит оба двоицы патни. Она будет думать, я такая бесстрашная. Она че мислит, я сам так и не устрашиваю. Я ничего не боюсь, я ничто се не боюсь. В любой ситуации жизни я могу в любой ситуации живота оставаться спокойно, остаться мирно. Все нормально. А этот у меня все супер. А овай достался, он трясется. Овай, коек сам добила. По каждому поводу. Трясется с бук свакаку гразлу. Она била коек гразлу. Думает, что как бы он ей достался не по справедливости, но это не так. Она мислит, да она него добила као неправедно, а то не тако. Ведя себя бесстрашно, она таким образом обрекает себя на такие отношения с мужчиной. Когда се она понаша неустрашиво, она себе обрекает ее, как се то преведе. Забурала сам ту речь. Обрекает. Kad se ponaša neustrašljivo, onda ona njega ono provocira da se on ponaša obrnuto. Ona должна бесстрашие свое передать мужу. Ona može svoju neustrašljivost zapravo dati mužu, prenijeti na muža. Ona хоть он и трясется, она говорит, ты же... Makar se on i trese, ona njemu može reći. Ti nije bestrašna, ja ali ti si neustrašio, ja znam da si ti neustrašio. Ona njemu govori tako, on postepeno... Ona njemu polako to govori. Kako karaktere u njih menjajuće na prijavu. I ono što fali njemu polako prelazi iz nje u nju. Противоположный в результате. А из него у него прилез. Кстати, муж становится бесстрашным. Муж постает полаку неустрашен. Жена всего боится. А жена полаку починя свега бояться. Что это дает в семью? Что-то то дает в обители. Семью дает спокойствие. То дает в обители мир. Спокойствие. Мир. Если женщина ничего не боится, ако жена ничек се не бои, а мужчина боится всего, что а муж се бои своего, что дает семью? Что то дает обители? Беспокойство. Немир. Как это выражается? Почему беспокойство? Как се то изражу? Беспокойство возникает. За что появляется немир? Почему беспокойство возникает? За что се появлю немир обители? Потому что мужчина постоянно трекирует свою жену. Зато мужчарат стално мучи свою жену. В этом случае. В том случае. Он, ты непрошибаемая. Он че нью стално мучить и говорить че нью. Ты не, тебе вообще не могучи пробить. Ты говори. Он будет заставлять ее как бы подчиниться ему. Он че нью покушават покорить и сын. Внутреннему состоянию. Своему внутреннему стане. Она говорит, ну как я могу тебе подчиниться, если ты дергаешь, да я нет. А она нему каже, как я могу покорить с тебе, ако ты тырзаешь, а я не. Понимаете, возникают конфликты сразу. Появляется конфликт на ситуации одма. Насчет стремления к самосознанию я уже сказал, что же. Вязано за усмирение прямо самоспознание. Я сам речь стремиться, но она должна стать. Да, жена треба покушавать, бавить самоспознание. Поставить себя на второе место и так. Але она треба себе поставить на другое место. И тогда все будет нормально. И онда че све бит окей. Если же она противопоставляет себя мужу. Але ако она себе супроставля мужу. То семья будет деградировать. Онда че обитель деградировать. В этом аспекте. В том смысле. Дальше следующее качество характера. Следующая квалитета, черта характера. Способность совершать пожертвования. Способность давать другим, вершить жертвование, пожертвование. Это мужское качество характера. То есть мужская черта характера. Или женская? Не, пита, да ли то мужское или женское черта характера? Способность, да, жертвовать, ну, новцы или било что, пожертвованность, давать. Способность совершать пожертвования – это женское качество характера. Это женская черта характера. И поэтому женщина должна давать пожертвования. И зато жена треба давать. Не мужчина. Не мужчина. Женщина должна давать пожертвования. Жена мора давать, как вы это зовете? Милости? Не знаю. Милости. Оно, когда вы даете, рецу, на Бхакта Санги, даете оно кастицу. Как сказать? Милости. Допустим, приходит кто-то, просит. Дайте монетку, доджи и молит. Дайте, пожалуйста, хлеба. Дайте, молим вас, круха.
Жена відкриває, говорить мужу: жена отварає і каже мужу: гей, іди винеси хліба. Оди дай круха. Якщо жена жадна, ако муж, жена шкиртиться, муж буде не жадним, ні? Далі, очебіт, муж не шкиртиться. Кого жадності більше, мужчина чи жінка? Кого има більше шкиртості, мушкариці чи жена? Мужчина. У жінчини? Жена. Чувство у жінки в 6 разів сильніше. Женські осічає 6 путів м'яче. Значить, жадності більше. То значить, автоматично, де има і шкиртості вище. 6 разів. 6 путів вище шкиртості. Ви не вірите мені? Ако ви мені не віруєте, зайдіть в універмаг. Уйдете у супермаркет. Смотрите більше жінських мужчин. І погледайте далі вище. Вищей там, або мужських. Женських стварів внутрі, або мужських. Зачем делать больше женских вещей? За что бы нетко производил выше женских стварей? И мужчины больше жадности. Ако мужкарцы имают вечу шкиртость. Подумайте. Какой смысл там помыслить сам на ту тему, господа? 4/5 промышленности работают на женскую потребность. 4/5 целого производства ради само на женские потребы. И 1/5 только на мужскую. А 1/5 само на мужскую. Имеется в виду потребительская промышленность. Подразумевается потрошечка производная. Это значит, что женщина должна преодолевать... Это значит, что жена треба у себе... Жадность отдавать... У себе ради, надилази ту шкиртость, бороться со шкиртостью... На пожертвование. И давати милостину. Мужчина будет согласен. И мужчара че се сложити с тими. В этом случае. В том случае. Если же мужчина будет отдавать пожертвование... Ако че мужкара сдавать милостину... Не значит, что женщина будет согласна. То еще не значит, да че жена сложити. Когда один в семье не согласен, ако один у обители не слажется, то называется пожертвование в страсти. То се зове жертвование у страсти, давание у страсти. Какого толка от этого пожертвования не будет? Смысла от такого давания нече бить. Не принесет семье счастье. Такого давания нече донет у обители срещу. Однако же мужчина должен вдохновлять свою жену совершать пожертвования. Але мужкарец треба инспирировать свою жену да вершити давання. В этом заключается его обязанность. У томе и негова обовеза. Самоконтроль – это женская качество. Самоконтроль – это женская цирта или мужская? Это характер или мужской? Мужское. Мужчина должен заниматься самоконтролем. Мужкарец треба себя... практицировать самоконтролю. Если мужчина контролирует свои чувства, женщина чувствует себя очень спокойно. Ако мужкарец контролирует свое усетило, онда жена се усечає ако мирно. Если мужчина не контролирует свои чувства, ако мужкарец не контролирует свое усетило, то женщина постоянно беспокоится. Жена усеча стану немир. Дергается. Стану раздражливым. Если мужчина говорит жене: успокойся в конце концов. Ако мужкарец каже жене: смирися ти веч једном. Это значит, что он не понимает, кто должен первым успокоиться. Она, то значит, да он вообще не разумеет, кто первый треба се смирить. Он не выполняет свои обязанности. Он не исполнял свою обязанность в том случае. Дальше. Существует следующая вещь. Жертвоприношение. Далее, постою следующая ствар – жертвоприношение. Жертвоприношение – это нечто другое. Жертво, как вы кажете то? Жертвоприношение. Оно, как ягья, как се приведет на хорватский? Жертвование. Жертвование, да. Жертвование. Это не пожертвование. Жертвование – то не пожертвование, то есть не его давание. Жертвоприношение означает определенные действия. Жертвование значит одреджено делование, одреджено ритуально делование, связанное с достижением успеха в жизни. Кое везане со постигнучем успеха в животу. Например, молитва. Например, молитва. Женщины более склонны к этому. Жены су више склонны тому. Так же, как мужчины более склонны все отдать. Исто као что мужкарцы склонны дати све. Вынести из дома. Изняты из кучи. Однако же обязанность мужчины является совершать жертвоприношение. Але обовеза мужкарца есть у томе да вирши жертвование. И вовлекать это свою жену в это. И увлачит у то свою жену. Но тем не менее, если в семье женщина молится, муж нет, это значит, что...
Але без обзира, ако обітель жена се моли, а мужкарец не, что? То жена значит, не должна сильно гордиться этим. Да жена не треба се поносити тими. Потому что это может привести в семью в сильный диссонанс. Зато это может довести обитель яку дисгармонию. Муж может запрещать жене молиться. Мужкарец может запретить жене молиться. Или она не будет считать, что он дает ей благо. Ако она нече мислити, да он ней дает благо. Да, возможность такую, если она считает... Да, то заправо он ней дал такую могучность, да она то может радить. Что он ей дает такую возможность? Значит, она... Вона іскрено в себе мислить, да то он ней дав таку могучність, да вона живе у складу з твоєї молитви того, що он сам починає. Он да вона тим своїм праксом, духовним молитвом постиже то, да он сам почне істо то практицирувати. Изучать, как это правильно делать. Проучать, как это треба исправно робити. Если женщина будет независима от мужа, то... Але ако жена неовісно своєму мужу, чи то робити, то вона не добьется счастья. Вона нече постигнуть срічу. Потому что обязанность совершать жертвоприношение, вот эти действия, достигая достижения успеха. Зато обовязи тих жертвований, та дело, кое доносы успеха убитыми. Они, это обязанность мужчины является. Та обовязи, то и обовязи мужкарца. Женщины. А не жены. То же самое. Муж любит готовить, допустим. Исто так, рецимо, муж воли кухать. На кухне. Очень хорошо. Яко добро. Но. Али. Чья обязанность является готовить на кухне? Али, чья его обовязь кухать? Мужкарца или жены? Мужа или жены? Мужа или жены? Женщины. Жена. В результате, если мужчины чувство грубее в 6 раз. Ако мужкарец има осетила 6 пута грубля. Если женщина не руководит этим процессом. Ако жена не управляет этим процессом, ако он кухает. Муж может готовить, нет проблем, ему нравится, нет проблем. Муж, рецимо, ако има нагон и волю, то радит, нема проблем, он может кухать. Кто руководить должен этим? Али тко треба управлять ими? Кто должен говорить, что детям нужно приготовить, что... Тко треба одредити, что треба дети скухать. Друзьям, что себе можешь приготовить, что приготовь мне. А что мне скухать? Кто должен этим управлять? Тко мора управлять. Женщина, мужчина чувствует в 6 раз грубее. Жена мора тим управлять, зато и мужкарцы има 6 пута грубля усетила. Он грудному ребенку свеклу порежет на 4 части. Он новородженчу че нарезат циклу на 4 дела. Потому что он не понимает, что надо меньше. Зато он не разумеет, да нему треба мане командить. Нет такого как бы идеи. У него чувство. Он нема такую идею, него усетил. Что более грубое? Более грубле. Суп будет очень крупно порезан. Юха чи бит, все у юхи чи бит нарезано яко крупно, дебело. Вот, салат будет напотерт на терке. А салата чи бит нарибано на рибалице. И так далее, то есть будут проблемы большие. Думаете, это великие проблемы. Мужчина не понимает этого. Мужкарца то не могу разуметь. Он говорит, ну мне нравится такой салат. Он кажет, по я волен так у салат. А суп я люблю крупными грязь. А юху я волен великим кумом. А жене он не влазит в рот просто. А жене те кумады не могу учу уста единоставить. Нет проблем, пускай он будет поваром профессионалом. Нема проблем, нек он буде кухар профессионалом. Все равно чувство у мужчины в 6 раз слабее. Але своєдно осічек от мужкараца 6 пута слабее. Грубее. Грубее. Он все равно не сможет приготовить то, что у женщины есть очень... Он своєдно нече мочь скухать. Он... Сильно разборчивость еде. Жени яко имаю велику разборитость у храни. У мужчины нет. А мужкарца нет. Если вы не верите мне, проверьте. Ако ви мені не веруєте, проверите сами. Спросите женщину, что ты вчера кушала. Питайте жену, что ты вчер ела. А вам скажет, что она вам речь, что он вчера кушала. Вчер. Спросите мужчину, что он... А питайте мужкарца, что он ел вчер. Вчера кушал, он скажет, что кушал обед. А он через что сам ел? Ручек? Все, он не понимает, обед это значит обед. Нему ручек и ручек. Завтрак вроде бы не кушал, обед кушал. Доручек нисам ел, ручек ел. Все, так что он ничего не помнит уже. Далее он вишеништо не сидит.
А он соленый был или этот обед или нет? Он... А дали та ручек бьюслан или не? Нормальный. Нормален. Все. Это означает мужская психика. То значит мужка природа. Готовить психика. Может мужчина, но руководить. Кухать может мужкарец, але управлять тим куханьем треба. Руководить должна женщина этим. Стирать может мужчина, но руководить. Прат может мужкарец, але управлять женщина. Должна женщина. Мыть полы может мужчина. Може опрат под мужкарец. Но руководить должна женщина. Але управлять тим треба жена. Мужчина вымоет полы. Мужкарец опрат под. Вокруг стула. Око столца. Слушайте, опять смешная ситуация. Вокруг дивана. Око столца, око кауча. Опрат под. По диагонали. Прямо диагонали. Потому что ему некогда, у него чувства не такие тонкие. Зато нема времени, он нема осечай так субтильно. Может быстро это все делать, то есть... Он не может то так брзо рай. Нет, скрупулезно. Запро не брзо, него детально так. Женщину вызывает сильное беспокойство, пылинка. Жену яко иритира било кое нечисточа. Она в квартире лежащая, она сразу настроение... Мала прашеница, у нее с одмах кваря расположение. Пальца на весь день, она не может мимо нее ходить, ей надо управлять. Она не может прочь поред. Поряд прашины некакой, док не поспремит то все. Мужчина даже не заметит, там пулинка. Мужкарас нечего не приметит, некакого прашина. Там будет там стоять, он... Нет проблем с этим. Дальше. Аскезы кто должен совершать? Аскезы, кто треба вершити, жены или мужкарцы? Обязанность аскезы совершать – это мужская обязанность. Обовязь вершити аскезы тапаси – то обовязь мужкарца. Женщины, которые начинают утром рано вставать, делать зарядку. Жены, кое яко рано устаю, ради вежбы. Там раз, два, три, четыре. Голодан, два, три, четыре, гладую. Питанием заниматься без совета мужа. Что происходит? Без совета мужа. Что с дешево с этим женом? Без участия мужа. Как муж... Без того, да муж прима участвование. Может участвовать. Она... А как муж может участвовать в том? Она хотя бы ему спросить. Она треба макар него пить. А можно я буду зарядку делать? А смеем я вежбатую утро? Когда она... Не могу я вежбатую. Делать зарядку, она должна с ним советоваться. Когда она разгибалась, она треба советоваться с ним. Я правильно делаю зарядку или нет? Я добро вежбам или нет? Я исправно рады вежбам. Если она этого не будет делать, что она начнет сама делать зарядку? В результате... Ако она то нече радити, ако че она сама так увежбат... Муж будет чувствовать так, как это его обязанность. Шта че се десит в том случае? Муж, пошто это негова обовеза, не незина, он че усечат... Он будет постоянно из твоих палки ставить в колеса. Он че увек че ньой прикосити у томе. Он че увек покушават ню у томе... спречит, да то рады. Он будет издеваться над ней. Как... Мучить чиню с увек. Когда она голодает, зарядку делает. Когда она гладует, вежба. Встает рано утром. Устает рано утро. Он будет мешать ей жить. Она должна... Он чиню сметет живет. Она войти в подчиненное положение. Она че обязана, она мора че обязана уч у подреджене положе, из-под мужа. Не бит никак более от мужа. То сам я смотрю. Совершение аскез по отношению к мужу. Когда вершит аскезы относу прямо мужу. И в результате она добьется успехов в этом. Она может заузить подреджене положение и как результат че постичь успех у том. Потом он сам начнет этим значением. После чего он исто почет все то радить. Этим заниматься. Если мужчина совершает аскезы в семье. Ако мужкарец вершит аскезы в битве. Семья получает психическую силу. Обитель добила психическую силу. Если женщина занимается аскезами. Семья психической силы не получает. Ако жена бавится аскезами, онда обитель не добила психическую силу. Психическую силу получает одна только женщина. Психическую силу добила в том случае сама жена. В результате эта психическая сила пойдет не на пользу. Как результат, та психическая сила код жены нече ич на користь обителю. Она почувствует себя сильнее своего мужа. Она че усетит себе мощнее от своего мужа. И начнутся от этого одни скандалы. И сбок того, че появитесь само сваджи. Простота – это качество женское или мужское? Едноставность – то есть квалитета женская или мужская? Мужское. Мужское. Женское?
Женська. Обязанность быть простым. Обов'язок бути єдноставним. Це жінська обов'язок. То є жінська обов'язок. Как сделать так, чтобы муж никогда не обманывал? Как учимо наперед таку, да муж нам никогда не лажи? Кто знает из женщин? Как... Кто то знает, жена? Сделать так, чтобы муж никогда не обманывал? Как можемо наперед таку, да нам муж никогда не лажи? Какой секрет? Кое тайна тога? Нет, секрет такой. Одной из обязанностей женщины является открывать свой ум мужу. Една от обов'язок жены есть отварить ум свой мужу. Она должна ему открывать свой ум. Она мора отварить нему свой ум. Мужу. Она должна ему говорить все, о ком, где, когда и зачем она подумала. Она мора нему причать все, о ком, где, когда, что помислила. Если женщина так делает, а это естественно свойство женщины. Ако жена то ради, а то и природно свойство женщины. Она не может держать внутри. Она не может задержать внутрь себя. То, что она имеет. Все, что она мыслит и има. И очень трудно, чувства сильные. Жена имеют те усетила, яко развиены. Она откроется или легче становится? Она, когда се отвара, у нее и легче постоит. Когда женщина так делает, мужчина не может от нее ничего скрыть, потому что он находится в зависимости от... Когда жена так ради, мужчина не может от нее ничего сакрить. Этого качества характера. Зато он зависит от те черты характера него. Обязанность женщины быть простой. Ага.